Лесопожарные формирования региона вновь переводят на усиленный режим работы. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни высокие классы пожарной опасности в Бодайбинском, Катанском, Киренском, Казачинск-Оленском и Мамско-Чуйском районах. В этих территориях в готовности находятся группы. В их составе более 200 человек. Это парашютисты и десантники пожарные, а также сотрудники лесопожарных станций. О текущей ситуации на федеральном штабе Рослесхоза доложил зампред регионального правительства Владимир Читоркин. Он рассказал, что 94% всех возгораний тушат в регионе в первые сутки. По текущей ситуации ни вопросов, ни замечаний, конечно же, к Иркутской области не было. Отмечена в целом высокая эффективность работы лесопожарных формирований. Сейчас мы видим, что по количеству лесных пожаров в два раза меньше относительно предыдущего 2022 года, но по площади в 20 раз меньше. То есть это показывает высокую эффективность.